Какая огромная у нас страна. В ней есть леса и моря, горы, пустыни, степи и, конечно, богатейшая растительность. Сегодня мы продолжаем говорить о цветах. На занятиях мы с вами уже сделали ландыш, это цветок леса, водяную лилию, цветок, который растет в водоемах и даже в болотах. Лотос, мы с вами говорили, что это символ Египта, но он растет и у нас, в Астраханской, Волгоградской области, в Краснодарском крае. Мак делали, это цветок степей и пустынь. А сегодня мы будем делать эдельвейсы. Эдельвейсы у нас растут на Дальнем Востоке и в Сибири. Этот маленький белый цветочек пробивается в трещинах огромных скал. Этот цветок занесен в Красную книгу. Его срывать нельзя. Для работы нам сегодня нужно для фона синий картон, лист белой бумаги, зеленая гофрированная бумага, лепестки мы будем делать вот из таких ватных дисков. Кроме этого, немножко нужно гороха и пшена. Также клей, ножницы. Сначала вырежем цветы. Итак, вырезали цветочки. Теперь берем диск ватный, один цветочек, и будем использовать его в качестве шаблона. Накладываем, обводим. Обводить лучше ручкой, потому что карандаш писать не будет. Так, и вырезаем. Таких цветочков из дисков мы заготавливаем 5 штук тоже. И 5 маленьких точно так же делаем. Теперь будем собирать цветок. Берем сначала бумажный. Накладываем на него пушистый цветок, который из ватного диска у нас. Приклеиваем. Следующий у нас пойдет маленький бумажный. Цветочки накладываем таким образом, чтобы все лепестки предыдущие были видны. И последний тоже у нас пушистый из ватного диска. Приклеили. Теперь сделаем серединку. Смазываем клеем. Берем половинки гороха и приклеиваем по кругу. Где-то 5 горошин у нас поместится. Последнее. Так. Приклеили. Теперь еще раз мажем хорошо. Посыпем пшеном. Пшено у нас приклеится там, где у нас был клей. Вот таким вот образом. Вот такая получается у нас серединка. И таких цветочков мы сделаем 5. Цветочки готовы.
Теперь мы их будем приклеивать. Смазываем и приклеиваем. Таким образом. Теперь мы сделаем стебли. Берем полоску, растягиваем ее и начинаем скручивать. Вот так. Такой получится у нас стебелек. Закручиваем. И таких стебельков нам нужно тоже 5 штук. Полоску скрутили. Теперь посмотрим. Лишнее отрежем. Снизу. Так, теперь сделаем листочек. Берем кусочек зеленой гофрированной бумаги, складываем и вырезаем маленький листочек. Вот такой листочек по форме. И приклеим к стебельку. И так сделаем 5 стебельков к этим цветочкам. Вот такие эдельвейсы у нас получились. До новых встреч, ребята!